Не народ мой, народ мой, есть слово мое, которое звучало от начала, действенно и живо, и оно прозвучало и говорило: время последнее, время последнее. И оно звучало и звучало, и даже порой не воспринималось в сердце твое. И вот настало действие мое, и ты испугался, народ мой. Почему? Когда надо восклониться, ибо время очень непростое, когда надо посмотреть, на чем ты строил, на драгоценных камнях или на соломе. Велико надо обойти себя, строение свое, усмотреть все, что происходит, ибо время и время мудрых, время тех, которые будут знать, что делать, которые усилятся и будут усиливаться от этих испытаний еще более, и будут доверяться еще более и более, ибо время такое настало, и среди тебя все происходит, и в тебе все происходит, во внутреннем твоем духовном человеке. Жив ли ты, был ли ты жив, народ мой, и оживляешься ты еще более, ибо знаешь, что приближается время избавления твоего, ибо это для тебя страх или это для тебя благословение, народ мой. Проверь внутренность твою, проверь сердце твое, проверь, что ты хочешь получить от Бога, быть ли со мной навсегда, или на этой земле какое-то благо не будет, народ мой. Я есть Бог великий, который свой народ любит, который церковь свою любит, голубицу свою, готовит ее, народ твой, ибо я могу тебя приготовить, сам ты не можешь, но я хочу, чтобы ты прилагал старания, прилагал усилия, народ мой, в это время особо-особо осмотри все вокруг себя, ибо в свете слова моего очень углубись, очень просмотри все важные моменты, то, что написано в истине моей, ибо истина моя жива, и она останется живой вовеки, и благословение исходит источник оживляющий из слова моего, народ мой. Потому углубись особо, чтоб ты не заблудился, чтоб ты не ошибся, народ мой, ибо время, время будет еще более, более непонятное, хаос и хаос, но не для тебя. Я поставил тебя на тропу белую, я поставил на тропу тебя спасительную, я осветил тебя озарением Духа Святого, всю внутренность твою, сердце твое, я показал тебе направление верное, истина, которая да, аминь, потому что я, аминь, веду тебя, моя рука сильная взяла тебя, церковь это просто не просто церковь, я открылся тебе здесь живым Богом и говорю тебе, не бойся, не страшись, народ мой, но более доверься Богу твоему, ибо то, что будет происходить, оно будет происходить, ибо настало время того, что говорилось, настало время действий, ибо я предупреждал для того, чтобы ты не убоялся, но для того, чтобы ты усилился, и я говорю тебе, по мере того, как внутренность твоя, как близость со мной, все более и более близка, ты не будешь бояться, ты не будешь страшиться. И вот теперь будет видно каждого, проявление будет каждое, не на словах, нет, жизнь покажет все, жизнь во мне, близость со мной, действие, как ты понимал, как ты верил, что ты делал, как ты поступал, если внутренность твоя оживляется день ото дня, близостью со мной, общению со мной, откровениями со мной, ты не заблудишься, народ мой, но мой Дух Святой и мой луч Духа Святого будет озарять тебя каждый день, и ты будешь радоваться каждому дню, потому что приближается избавление народа моего, приближается встреча со мной, и я хочу, чтобы сердце твое от этого возликовало, чтобы не страх, как прочие народы, но ты особый народ, взятый в удел мной на добрые дела, на то, чтобы ты прославил меня верностью мне, светом моим, и чтобы этот свет увидели прочие и сказали, да, этот народ особый народ, а я хочу, чтобы это были не слова, чтобы это было жизнь и дела, для того, чтобы было благословенно имя мое среди тех мест, где ты живешь, где ты находишься, где ты идешь, как поступаешь, как говоришь и как веришь. Аминь.
Аминь.